На 85-м году жизни скончалась Светлана Моргунова. С 60-х годов она была диктором Центрального телевидения СССР и неотъемлемой частью передач «Голубой огонек. Утренняя почта». 7 марта Светлана Михайловна встретила свой 84-й день рождения, а сегодня близкие подтвердили ее смерть. Переходи на полное видео данной новости, ссылка чуть ниже под названием канала.